Документальные фильмы журналистов тюменского времени покажут на федеральном телеканале «Большая Азия». С медиахолдингом «Сибинформбюро» подписано соглашение о сотрудничестве и обмене видеоконтентом. В сентябре в эфир выйдут сразу 5 фильмов, все они о нашем регионе. «Чайный путь» из Китая в Сибирь, работа Ксении Волковой. Зрители увидят фильмы Светланы Галяковой. «Вопросы мудрецу» и «Сибирские тайны. Войны престолов» о сибирских татарах и взаимоотношениях России с Азией. Кроме того, федералы покажут 2 работы журналиста Ларисы Соловьевой «Без острова» и «Неизвестный Ершов». Многие из фильмов – призеры областных и всероссийских фестивалей. Тюменское время – это классная команда. Мы ставим иногда такие задачи, что самим становится страшно. Как мы это сделаем? Так было и с этими фильмами. Казалось, что недостаточно опыта, недостаточно ресурса, недостаточно бюджета. Тем не менее, фильмы сняты, все получилось. Получилось настолько здорово, что наши картины с удовольствием показывают на других каналах. Это прекрасно. Я горжусь своими коллегами. Добавлю, что это уже не первый подобный опыт. Тюменское время сотрудничает с международным телеканалом ТВ Брикс.